Море волнуется раз. Море волнуется два. Второй день подряд российские суда становятся целью атак украинских морских дронов. Вчера, 4 августа, в порту Новороссийска был серьезно поврежден корабль «Оленегорский горняк». На следующие сутки надводный беспилотник ударил по танкеру «Сиг» на южном подходе к Керченскому проливу. В результате пробоина в районе машинного отделения. Фотографии затопленных отсеков опубликовал телеграм-канал «База». Но сами мы не можем перемещаться без буксира, машина полностью затоплена. Судно в балласте, все танки грузовые пустые, поэтому судно на плаву, Российская сторона назвала произошедшее террористическим актом, мол, атаковано гражданское судно. Впрочем, Украина с такой трактовкой не согласна. Любая бавовна, происходящая с кораблями РФ или Крымским мостом, абсолютно логичный и эффективный шаг по отношению к врагу. Более того, такие операции проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными. Василий Малюк, глава СБУ. В чем выгода от танкера? Я поясню. Танкер вывозит российскую нефть, он ее продает за валюту. Валюту получает российская компания, не заводя в Российскую Федерацию. Покупает микросхемы, какую-то электронику, какие-то навигационные приборы, подшипники, все, ну, тонкое производство, какие-то тонкие детали, завозит их в Российскую Федерацию, оснащает ими ракеты, беспилотники. Традиционно рассыпался в угрозах заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, заодно обвинив Украину в подготовке экологической катастрофы в Черном море. Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу. Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками. Вместе с тем, танкер шел пустой, горючего в нем не было. Это подтвердили даже в российских СМИ. В Керченском проливе идет спасательная операция. Ударом со стороны ВСУ было повреждено машинное отделение танкера. Разлив топлива в месте ЧП не зафиксирован. В день атаки на танкер «Сиг» Украина официально объявила о военной угрозе для судоходства в черноморских портах России. Таких 6 – Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань. Эксперты отмечают, это прямая заявка на продолжение атак надводных дронов. К тому же российская военная машина пока не придумала, как противостоять этой угрозе. В связи с тем, что морские дроны относительно новое оружие, россияне в некотором замешательстве ищут способы борьбы. Вот те боновые заграждения, корабль поперек бухты можно поставить, большой десантный корабль, сказать, что он героически спас всех, закрыв своим телом. Не дремлют и украинские инженеры, которые занимаются разработкой и улучшением морских дронов. Образцы беспилотников, которыми Украина сейчас атакует российские военные объекты в Черном море, существенно лучше предыдущих моделей, которые использовались для первых налетов осенью прошлого года, отмечают аналитики. Я вижу, что увеличилась боевая нагрузка на эти беспилотники. В чем именно боевая часть? Сначала была цифра, там гуляла 300 килограмм взрывчатки, теперь уже появляется 480 под 500, то есть почти полтонны, 500 килограмм взрывчатки. То есть с каждым разом они становятся все менее заметными, ближе к воде прижимаются, меньше их такая сигнатура, меньше узнаваемости на воде и тише двигатель, ну и больше взрывная часть. Заметно выросла и дальность хода. Изначально она не превышала и 200 километров. Последние атаки говорят о том, что надводный беспилотник способен преодолевать намного большие расстояния. Журналисты CNN 30 июля побывали на тайной базе украинских ВМС, где военные тестируют ударные морские дроны. Там они узнали, что запас хода у последней версии украинского ноу-хау доходит до 800 километров с максимальной скоростью до 80 километров в час, что делает его самым быстрым морским судном в Черноморском регионе. В зависимости от комбинация эконом-хода и крейсерской скорости, достигается максимальный эффект применения. Так, если с Ирпулем поработать от Одессы до Новороссийска, где-то 740 километров. Так что, в принципе, оно может дойти своим ходом. С другой стороны, вполне возможно и применение судна-матки.
Украинские морские беспилотники оснащены камерами и, судя по всему, Starlink'ом, что позволяет оператору в режиме реального времени получать высококачественную картинку, уклоняться от атак и направлять дрон в уязвимые места российских кораблей. Военные эксперты уверены, при сохранении текущей динамики налетов Россия и вовсе рискует остаться без большей части Черноморского флота.